Познакомиться с Казанским федеральным университетом 6 июля прибыл посол Финляндии в Российской Федерации господин Ханну Химонен. Ленар Латыпов, проректор по внешним связям КФУ, провел для гостей экскурсию по музею истории, показал аудиторию, где когда-то учился Владимир Ильич Ленин. Впечатления после экскурсии у Ханну Химонена очень хорошие. По его словам, Казанский университет стремится к современности, сохраняя свою богатую старинную историю. Хочется, чтобы будет больше обменов студентов между странами. Тоже можно сказать, между Финляндией и Татарстаном. Уже есть программы, но можно побольше это сделать. Я уже говорил об этом немножко. Можно предполагать, что есть перспективы для обмена. Это, я думаю, что выгодно обеим и КФУ, и финским университетам. Помимо обмена студентами, в рамках деловой встречи с руководством КФУ обсудили вопросы, касающиеся определения возможных направлений сотрудничества КФУ с различными образовательными и научно-исследовательскими центрами Финляндии. Аделя Валеева, Роман Самарин, Универньюз.